Упражнение для стоп. Йога-терапия стопы. Встаем. Первое. Ножки вместе. Встаем ровненько. Чувствуем большой палец, мизинец, пятку. Весь этот треугольник. Внешнюю часть стопы на полу. Внутренняя арочка. Как будто бы на мячике стоит. Растопырили пальчики в стороны. Зацепились всеми пальчиками за коврик, за пол. И на вдохе вырастаем вверх макушкой, поднимаемся на носочки, на выдохе на пятки. Начинаем перекаты. Первое, перекаты. Вперед-назад. Вверх на носочках, назад-вниз на пятки. Чувствуем мышцы, которые здесь участвуют. Хорошо. Теперь чуть-чуть ножки расставляем. Внешний натянули. На внешние встали стопы. Стороны внутренние, внешние, поперечную арочку прокатываем. Внешние, внутренние, внешние, внутренние. Хорошо. Внешние, внутренние. Отлично. Теперь пальчики растопырили, подняли вверх, сжали, растопырили, сжали, растопырили, мизинец отодвинули, большой палец отодвинули. И вот таким образом сжимаем, разжимаем. Сжимаем, разжимаем. Хорошо. И теперь, используя вот это движение пальцев, пробуем, давайте ножки вместе, пробуем пройти. Идем в конец коврика. И вот этим я ближе покажу. Ближе. Пальчики растопырили, зацепились, пронесли пятку вперед. Пронесли пятку вперед. Сжимаем, разжимаем стопу и получаем вот такое движение. Вот такое движение. Двигаемся, постукивая пяточкой. Пяточками в пол. Стучим пятками. Хорошо. Пробуем. Надо научиться вот так ходить. Стопа сжимается, растягивается. Сжимается, растягивается. Остановились, чувствуем, что произошло, какой эффект у нас вот этих упражнений.